Сейчас мы возвращаемся непосредственно на Украину. На прямой связи из Киева наш спецкор Андрей Григорьев. Андрей, как оценивают в Киеве последние события на юго-востоке? В каких формулировках? На произошедшее уже отреагировал Петр Порошенко. На встрече с украинскими силовиками он не исключил, что перемирие будет прекращено досрочно. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента. И вот цитата из сообщения пресс-службы. «Сегодня боевики, вопреки собственным обещаниям соблюдать режим прекращения огня, сбили вертолет вооруженных сил Украины». Представитель украинских вооруженных сил лишь констатирует, что информация верна, и вертолет действительно был сбит. Уточняется количество погибших и их личности. Сегодня печальный день для вооруженных сил. Мы утратили очередной экипаж вместе с вертолетом. На борту этого вертолета вместе с нашими военнослужащими были офицеры СБУ.